1 июля на базе Каспийской гимназии номер 11 состоялось открытие пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Патриоты». Лагерь организован для школьников от 7 до 14 лет из многодетных, малоимущих и семей участников СФО. Открыл торжественное мероприятие приветственной речью директор школы Мурад Идрисов. Мы вновь собрались, большая дружная семья. Очень хорошо, что есть возможность провести этот лагерь. У нас в школе это проходит впервые. Я думаю, вам понравится, у вас будет насыщенная программа, много-много интересного. И не просто так, наверное, вы называетесь патриотами. Вот сейчас, когда здесь апробирование проходило, прозвучал гимн, и вы стали. Так было приятно, что это вот у вас внутри этот патриотизм сидит. Детские лагеря в городе открываются ежегодно. Здесь любой ребенок может провести свободное время с пользой, повеселиться и узнать много нового. Для детей подготовлены различные игры, мастер-классы, а также выезды для общего развития в музеи, библиотеки, парки и другие учреждения культуры. Ребят научат новым творческим навыкам, раскроют потенциал и большое внимание уделят физической подготовке школьников. Мне бы очень хотелось, чтобы вы уделяли больше внимания спорту. У вас насыщенная спортивная программа, но для себя вы должны сделать антропометрические данные, посмотреть рост, вес на начало лагеря и в конце лагеря, посмотреть, ваши какие физические возможности будут. Украсили мероприятие яркими выступлениями воспитанники Дома детского творчества. Они подготовили стихотворения, танцы и песни. В ходе мероприятия выступили воспитанницы творческого объединения «Чарах» сестры Селимовы с песней «Изменим наш мир» и Софья Вальцева с песней «Моя семья». Всего в лагере сформировано 5 отрядов по 20 детей. Срок пребывания – 21 день. Отметим, что в лагере также предусмотрено трехразовое питание – завтрак, обед и полдник.